Польша упростит порядок выдачи польских национальных виз. По сообщению Министерства иностранных дел, процедура получения виз будет проще уже с июня. Документы на получение или продление польской национальной визы могут быть поданы иностранными гражданами не в дипломатические представительства за рубежом, а в Министерство иностранных дел в Варшаве. Новые правила вступят в силу 14 июня. Для обработки документации в МИДе создадут специальный отдел. Должностные лица в Варшаве будут иметь те же инструменты для принятия решений о выдаче визы, что и консулы, чтобы максимально ускорить процесс. Такое решение касается как туристических, так и рабочих виз. Данное решение было принято с главной целью – упростить иностранцам продление визы в Польше.